Всем привет! Сегодня первый день моего похудения, и первым делом я посмотрела, какой у меня вес. И на завтрак у меня в понедельник домашние блинчики. Здесь 3 штучки. Черный чай и Биомакс йогурт. На обед сегодня буду готовить гречку с шампиньончиками. Для этого мне понадобится совсем немного растительного масла, у меня 8 грамм. Для того, чтобы поджарить лучок и шампиньончики. У меня здесь свежие. И крупа гречневая, соль и черный перец. В сковороде у меня разогревается совсем немного растительного масла. Сейчас я добавлю мелко порезанный лучок. Лука я тоже добавляю не слишком много. Он мне больше нужен именно для аромата. Лук буквально в течение 1 минуты я слегка поджарила. И теперь добавляю шампиньончики. Грибочки обжарила в течение 2-3 минуток. И сейчас сюда добавлю гречку. Залью водой, соль и перец по вкусу. И до готовности. На кухне стоит такой потрясающий аромат жареных шампиньонов с луком. Я очень люблю жареные шампиньоны. Мой обед уже приготовился. Гречневая каша с грибами готовится очень быстро и получается очень вкусно. При подаче к гречке я добавила свежую зелень. У меня укроп, можно добавить также лук, петрушку, кто что любит, и свежий огурец. На перекус сегодня съем банан. На ужин мне сегодня захотелось творога. Это 5% творог со сметаной. 15% и буквально здесь чайная ложечка липового меда, а также мандарин. Сегодня у нас вторник, и на завтрак я готовлю омлет. Здесь у меня просто яйцо смешанное с молоком, немного соли, и на хорошо разогретой сухой сковороде готовлю под крышкой. Вот так вот выглядит мой завтрак. Здесь у меня сыр легкий 15%, вот такой вот 1000 озер, омлетик, кусочек хлеба, и я сделала себе кофе латте, и в кофе я добавила вот такой вот сироп 10 грамм карамельный. Обед точно такой же, как и вчера. На перекус у меня сегодня снова банан. На ужин я себе приготовила вот такой вот замечательный салат. Здесь у меня листовой салат фрилис, в принципе, можно брать любой. Помидорки черри, немножко сыра, у меня Арла Натура, и запеченная куриная грудка. Заправила я салатик буквально 1 чайной ложечкой подсолнечного масла. Вот так вот у меня получилось. Грудка запеченная, я просто ее посолила, добавила специи для курицы, у меня ткамис, и запекла.